ошибки сделал. Я, например, был доволен своим ходом конь b6 на c8. Я был очень этим ходом доволен. Я считал, что я хорошо переставлю свои фигуры. Вот. И, ну, в общем-то, ну, интересное положение. Может быть, я включу эту партию в свою книгу, а может быть, нет. Вот так. Ну, наверное, у вас есть вопросы, я стесняюсь. Да, сегодняшняя партия отличается по времени, поэтому наверняка есть у кого-то вопросы. То, что Виктор я Иванович из играл этот вариант неоднократно, это известно. Это именно так, с рокировкой в длинную сторону. Я успел проиграть партию Фину Вестеринину черными, выиграл у Стефансона, выиграл у женщины Яцковой. Несколько хороших партий получил. Да. Виктор Львович, а не имеем ли мы здесь дело с договорной ничьей короткой перед отдыхом? Не договорились ли вы заранее? Не договорились ли вы заранее перед днем отдыха о короткой ничьей? В общем-то, мы в неплохих отношениях, если я смотрю, скажем, мои отношения с Анатолием Карповым, вот, с которым я никогда не могу договориться ни на что. В общем, я понимаю, о чем думает Спас. Я имею в виду не только шахматные, вообще, о чем он думает, как он... Я уже говорил, по-моему, что он роялист. Это другое. Вот. Но с другой стороны, я не знаю, я как-то, я думаю, это заметно, что я люблю шахматы. Люблю шахматы не совсем не за то, что я могу с любым человеком договориться и сделать ничью. Я люблю шахматы именно потому, что это борьба. Поэтому мне немножко обидно даже, что вы считаете, что мне нужно сделать быструю ничью с самим Спасским, вот, без всякой игры. Вот так. Я надеюсь, что этот вопрос поднял вам настроение. В последнее время я даже не помню, с кем я сделал ничью без игры и по каким причинам. Не помню я этого.